Когда я пьян, мне все нравится. Да, он молится прекрасно. Человек может верить и не верить. Это его дело. Человек свободен. Он за все платит сам. За веру, за неверие, за любовь, за ум. Человек за все платит сам. И потому он свободен. Человек, вот правда. Что такое человек? Это не ты, не я, не они, нет. Это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомед в одном. Понимаешь, это огромно. В этом все начала и концы. Все в человеке. Все для человека. Существует только человек. Все же остальное – дело его рук и его мозга. Человек. Это великолепно. Это звучит гордо. Человек. Надо уважать человека. Не жалеть, не унижать его жалостью. Уважать надо. Выпьем за человека, барон. Хорошо это, чувствовать себя человеком. Я арестант, убийца, шулер. Ну да, когда я иду по улице, люди смотрят на меня, как на жулика, и сторонятся, и оглядываются, и часто говорят мне: мерзавец, шарлатан, работай. Работать? Для чего? Чтобы быть сытым? Ха! Я всегда презирал людей, которые слишком заботятся о том, чтобы быть сытыми. Не в этом дело, барон, не в этом дело. Человек выше, человек выше сытости.